отличная эмоция. Тяжело, правда. Но благодаря таким играм и проявляется характер в команде, когда люди бьются, даже ну, что-то не получается, что-то где-то, все бьются, все отдаются полностью на поле, поэтому, конечно, эмоции только положительные. С какими мыслями выходил на игру, в том плане, что сначала первые две игры у тебя прошли, скажем, сухую, потом удалось отличиться. Насколько важно, что начал забивать за новую команду? Да, любой гол важен. Поэтому самое главное, что команда выигрывает, а если я бы отдал передачу или бы сделал, например, какой-то момент, и благодаря которому команда бы в любом случае выиграла бы, это бы для меня было бы вдвойне приятнее. Поэтому неважно, забиваю или нет. Конечно, как нападающему хочется забивать, но самое главное, что команда выигрывает, и с каждой игрой будем показывать наилучший футбол, будем стараться. Сейчас график наш сложно назвать простым. Как ты дозируете нагрузки, исправляетесь? Ну, получается, в таком графике вот игра восстановление. То есть поэтому сразу же после игры восстанавливаемся, уже после раздевалки сразу восстановление проходит. Поэтому с завтрашнего дня уже будем настраиваться и готовиться уже к следующей игре, потому что сейчас будет такой график тяжелый. Как тебе хабаровские болельщики? Великолепно. Спасибо им огромное за поддержку, честно. При пустых трибунах было бы, конечно, не тот футбол. А так, и они все-таки и подгоняют вперед, и переживают, и болеют. Поэтому будем взаимностью стараться отвечать.